Пятая, надеюсь, заключительная часть про этот музыкальный центр, а точнее про голову этого музыкального центра от тети Сони, модель FH-B511. В четвертой части я показывал и рассказывал, что штатно все работает. Сейчас хочу показать, рассказать, что сюда я уже строил две китайские приблуды. Одну из них я строил в прошлом году. Более дешевый вариант. Более дорогой. Вот. То есть Hi-Fi плеер. Zishan Z2. Этот стоит 2000 рублей. Этот стоит 200 рублей. Этот не поддерживает формат FLAC, то есть lossless. Здесь мультиформатный. Поддерживает lossless, FLAC и еще куча форматов. Так, ну, начну с правой. В прошлом году, опять же, я показывал, что включение-выключение китайской приборы я встроил вот сюда, в щели. В одной из щелей. Их здесь много щелей. Так, вот, например, включение. Вот, ну, продублирую еще раз. То есть, вот так выключил. А вот так включил. Вот. USB-хост находится сзади музыкального центра. Сейчас я разверну аккуратненько. Центр тяжелый. Так, вот я встроил здесь USB-хост. Флешка уже знакомая. Так, на воспроизведение сейчас будет. Так. Так, вот дисплейчик модуля. Громкость как можно увеличить. Так можно и уменьшить. Так, например. Так, ну, по этой флешке все понятно. Так, беру вот здесь две флешки. Так, сейчас на паузу нажму. Так, вот, на паузу я нажал. Вот эти две флешки, точнее не флешки, а microSD-карточки. Обе Рудольфа. То есть, обе на 32 гигабайта. Здесь в формате MP3, наверное, записано. А вот это вот специально в формате FLAC. Lossless. То есть качественный. Эту флешку я погоняю и так, и так. Вот, например. Сейчас вот эту флешку беру. Так, с паузы снимаю. Так, где? Так. И... слот здесь microSD-карточки. Так, контакты с правой стороны. И вот так вот вставляю аккуратно. Ну и продавливаю. Так, смотрим. Сейчас играет уже microSD-карточка. Так, седьмая, шестая. Так, а вообще сколько композиций? Сейчас посчитаем. Первая,
так, назад. 1158 композиций. Ну что ж, неплохо, неплохо. Так, еще раз. Так, вот первое. И вот назад. 1158. На microSD карточке записано. Так, выключаю. Можно хоть с пульта выключить и включить. А можно отключить, как я уже показывал ранее, вот здесь. Сейчас покажу еще раз. Повторение мать учения. Вот я выключил. Вот так включил. Ну и USB флешка, да, играет. Вот так выключаю. Так, снимаю microSD карточку. И уже от Hi-Fi плеера здесь еще один слот для microSD карточки есть, я встроил. Тоже контакты с правой стороны. И вот так аккуратненько вставляем. Так, и нажимаем. Вот куда вы думаете, я встроил светодиодный датчик? Ну, не датчик, а светодиод, который моргает, мигает. Не найдете никогда. Пока я пальцем не ткну, не покажу. Так, и вот эти три кнопки режимов работ плеера. То есть стоп-пауза, следующий трек, предыдущий трек. Я как-то в предыдущем видеоролике, в четвертом, кажется, не помню, грозился встроить вот сюда. То есть кнопку, если нажать, пауза. Так, это предыдущий трек, это следующий трек. Но я немножко переиграл. Это, знаете, как обезьяна с гранатой. Не знает, куда швырнешь. Точнее, не знаешь, куда швырнет. Что-то заговариваюсь я. Потому что я родился в год обезьяны. Ну ладно, идем дальше. Вот остались рожки до ножки, скажем так, от этого плеера. То есть он пустой, эта коробочка пустая. Я встроил туда все внутренности. Так, включение, опять же, уже этого плеера я решил сделать вот так. То есть вот здесь вот рычажок, вот он рычажок. То есть от себя, вот так. И вот куда я строил этот синий светодиод. Ну, а режим работ я встроил вот на эти кнопки. То есть, пауза. Вот нажал на паузу, стоит пауза. Вот. Штатные кнопки. Штатные кнопки. Пауза. Снимаю с паузы. Так, следующий трек. Следующий. Предыдущий. Предыдущий. Следующий. Вообще так классно переливается так. Пауза. Снимаю с паузы.
Не, ну шикарно, конечно. И звук, кстати, во, шикарный. То есть оправдывается, что все-таки где 2000 рублей, плеер стоит 2000 рублей, и где 200 рублей. Понятное дело, что приоритет вот этот. Единственное, что дисплея нет, отслеживать номер трека, порядковый номер трека или как там, то есть вот только по этому светодиоду. Здесь же качество звука хуже, чем здесь, но зато информативность лучше. Так, снимаю с паузы. Никакого фона нет позитивного. Ну, качество звука, да, шикарное, просто шикарное. Никакого сравнения нет с вот этой. Оправдывает, полностью оправдал. Рудольф, я вас поздравляю. Снимаю с паузы. Так, на паузу ставлю. Здесь ситуация еще такая. То есть вот здесь, ну теперь уже там, встроенный аккумулятор. Мы купили этот, Рудольф купил из Москвы, не скажу из какого района, у Алексея. Вот я у Алексея спросил, насколько хватает. Ну, он сказал, где-то часов на 8, на 9. Но нужно ведь заряжать. Вот здесь вот USB-хост есть. Вот он USB-хост. Так, опять не фокусируется. Вот. Вот, то есть нужна подзарядка аккумулятора внутреннего. Так вот, Рудольф, я придумал еще вот такую фишку. То есть вот смотрите. Помимо того, что здесь есть рычажок включения-выключения, ну сейчас еще раз покажу. Так, громкость чуть уменьшу. Так, с паузы сниму. То есть вот выключаю. Вот я выключил. Все, он обесточен. Ну, например, аккумулятор со временем, ну, истратил свою энергию. Как быть? Вот эта вот белая пипочка. Сейчас я ее включу, и там внутри загорится синий огонек. Это будет показывать то, что будет заряжаться внутренний аккумулятор вот этого плеера. То есть, вот смотрите. Вот так вот нажимаю. И видите, там синий светодиод сигнализирует о том, что идет подзарядка аккумулятора. Вот это вот хай-фай плеера. Ну, в принципе, можно и заряжать, и воспроизводить. То есть я сейчас включу таким образом. То есть и воспроизводится, и заряжается одновременно. Если не нужно, можно выключить. Вот, я выключил, все, зарядка не поступает.
Прикольно, что здесь... Здесь вот microSD карточка. И можно еще вот сюда microSD карточку. Классно вообще. Супер. Так. Выключаю. Вот я выключил. И повторяю, здесь два слота для microSD карточек. Вот такой вот я апгрейд решил сделать. Ну, как-то так.